have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки. Привет, привет. Всем привет. Всем привет. Вполне сгодится как приветствие. Naval Warfare у нас сегодня. Попробуем поиграть чисто со своими. Сервак пустой, загружен. Играем с подписчиками. Никого чужого. Пытаемся... Опа, а что ты маневрируешь, а? Ну, я не знаю, какой-то... Непонятно. Что это за пляски? Тра-та-та-та-та. А, тут он высадился. Он высадился, я вижу. Так, давай, что ты стреляешь-то? Все уже. Давай, смотри, дальше. А, ну хорошо, давай. Такси, стой. Да, что? Вопрос, бомба ведь на Б? Да, наверное. Ставь бомбу на Б. Бомба на Б. Так, ой. О, Альфа наконец с нами, все, супер. Rush B. Я не знаю, как тут стрелять пушками. Ай, блин, вы чё? Какая? Я стреляю, F, респект. Ну ты стреляй, пожалуйста. А где? Я не вижу его. Да на базе нашей, где? Вопрос, как стрелять? На F. Вопрос, как зайти? О, Слак, привет. Да, послать привет. Я не вижу, не блин. Сейчас, погоди, не все так просто. Что вам от меня нужно? Объясните. Деньги. Ладно, спрошу еще раз, как зайти? Деньги? Ссылка в то есть вы тут на крейсере от меня деньги требуете? Ну да. Блин, надо высадиться, там этот бегает, шпион. И один вкусный булка. Так, тема булок еще открыта, да? Тебе так и не прислали? Вкусный булка уже все, конфискован Моссаду. Да вот я что-то адрес скинул, а они так и не прислали булку. Блин. Потому что все конфисковано уже это израильским правительством. Какие они плохие. А, садитесь ко мне бывает. На линкор. Да подожди, не знаю, зачем, но я взял авианосец. Ну как, зачем? Там можно самолеты спавнить. Как? Им просто идут. Они как? Они сами летают. Самолет, впереди самолет, впереди самолет. Почему? Мы сейчас можем. А, стоп, я понял. Их всех разнести на линкоре, вы что? Вон, спереди, спереди. Это же я вижу. Нет, это спереди. Нет, это все иллюзия. Нет. Кто карьер бросил? Манипулируем. Минус. До свидания. Самолеты денег стоят. Извините, мне очень. Блин, мы горим. Это все режет уши. Что? И что? Ух ты! Ну, мне не нравится. Я полетел. А, это давай, американский, стой, это мы. Наш! Стой, не надо, не врезайся. А тут Friendly Fire включен, нет? Не знаю, я могу попробовать. Нет. Нету. Ребята, авианосец, пожалуйста, моя команда, авианосец, будет кто-то капитан? Не, капитан. Ребят, пожалуйста. Если никто не будет нас... Мы и так 3 на 4 играем, чё ты... Нет, 4 на 4, мы 4 на 4. А, уже, ладно. Висфор, понятно. Можно спросить, как стрелять из пушек? Большой. На F. Нет, да, но я на самом деле тоже не знаю, как стрелять из пушек. Нет, не на F. Нет. А, минус. Да, на F. А чё ты... Под радарами это хотел уже... пролететь, ты прикинь? Там летит давай этот. Где? Самолет США летит над водой прям. Не, вам кажется. Это иллюзия. Не, погодите, их там нет, это обычно другие войска. Так, вот нужно... какой-то корабль назад. А как бомбу сбросить, я не знаю. Наверное, на Б. Бомба на Б. Короче, я закамикайзился. Остров бомби, бомби остров. А остров есть смысл бомбить? А, господи, да. Что происходит? Огромный. Да я не сильно тоже вижу смысл в том, чтобы остров бомбить. Просто врезайся. Потому что на нем спавнишь? Кто-нибудь, я прошу, сядьте за авианосец. Да, пожалуйста. Слушайте меня, так, слушайте ракета... высшее командование. А эти ракеты, они наносят урон или они против чего? Против корабельной, против чего они? Блин, вы вообще там не знаю, чем занимаетесь, я не понимаю. Тут к нам пришел американский линкор.
Я знаю, я его пытаюсь. Так, где? Подводка, подводка. Где американский ликор говорить? О, вы сейчас постоянно... За торпеду садись, за торпеду садись. А где она? За торпеду. Против подводки не нужна зенитка, понимаешь? Я понимаю, я не знаю, где торпеда. В моей рубке, в капитанской рубке. А, вот, все, ты, блин, сразу бы сказал. Хорошо, где? Так, это наш или не наш? Под нами. Кажется, наш. Ребята, какой под нами? Меня тут нет. На то спустилась на ног. Идите, а я... Это не то было. Я всю карту плыл за вами. Всю карту? Прямо под нами. Вот. Ага. Сейчас, зарядится, я еще одну пущу. Она же зарядится. Она... Ай, блин, больно. Ты ну смешная. Нас бомбят. Нас уничтожают. Есть, попал. Ты меня уничтожил. Фух. Я не знал, где просто зачем? Пост находится. У меня ощущение, что нас кто-то бомбит. Вот, прямо рядом с нами. Сейчас, чувак, я перезаряжусь. У меня такое ощущение, мы что... Мы потонули. Я попал торпедой. А я зайти не могу. Хорош. Да ладно. Че, серьезно потону? Вы че? Не надо было на наш остров нападать. Ладно, куда я теперь хочу? Свои. Я просто знаю. Сейчас вспомнил, какая была превьюшка на прошлом, там была это, да. Гонка подводных лодок. Так, керриер. Чем можно куда ты высадился? Куда ты? Я на керриер пошел. Цепайтесь на остров Б, я заспавнил крутой корабль. Ты можешь управлять пушкой, если что. Какой? Прикрывай-ка меня зенитным направо, огнем. Нам направо, нам не нужно бомбить. Создадим соединение. Бонзай, ебать! Бонзай! Что это за самое? Нам еще больше направо, нам прям вот направо. Вон туда на Б, который? Да. Прикрывай меня. О, Альфа, привет. Да. Куда вы штурмуете, блядь, на авианосце? Чё? А вы не помните, у этого палуба она уже укрепленная или нет? То есть... Нет, деревянная. У американцев сбронированный палуб, и авианосец появился в самом-самом конце Второй мировой войны. В 44-м или 45-м, да, я помню. В 45-м. Это Мидуэй был. Потому что эти же врезались в палубу, пробивали их, потому они начали делать бронированную палубу. Боюсь. Я теперь понял, почему самолеты не могут. А чего у вас там два самолета полетели? Так, а как? Вот так вот. Надвигаюсь. Я попал торпедой или нет, я не знаю. Не знаю, но мне кажется, нам сейчас плохо сделают. Ой. Я бью, я ломаю. Ай. Давай. Пульцы. Я из пушки стреляю, гасите из всего остального. Я гашу из единственной ракетной установки. Ёлки, тут еще один. Зато какой фейерверк красивый. Да я пока не стреляю. Не-не-не, ты отсюда уже не взлетишь. Ай! О, Зузмея. Привет. Зузмея. Мы потонули. Да. А зачем тогда, вот у меня такой вопрос, я... Конечно, в тактике не особо. Зачем мы направо шли на авианосцы без поддержки? О, если... ребят, вы меня... Мне тоже очень интересно этот вопрос. У нас людей мало, у нас все были на авианосце. Не все, мы вдвоем из четырех, то есть у нас был еще вариант. Нет, втроем. Ну, потом, да, потом Альфа подошел. Но когда было... У меня просто отличная скорость. Я вас поздравляю, у нас больше, походу, нету. Я вас поздравляю, у меня 6 хп. Вы что, в карте заспавнили? Да. Молодцы. Ну, как бы, да, тут есть подводная лодка еще. Так, эскорт, можешь чуть ход сбавить? Не знаю. Левый так, эскорт. Сбавь ход, я прошу. Че тут за что отвечает? Я захватываю А. Все, спасибо. Это пулемет, я понял. А почему я ехать не могу? Кто там? Тут есть Гуд Игорек, это... Это я. Гуд Игорек? Ну да, так вот твое место, тогда иди сюда. Вот твое место. Все, поехали. А как под воду уйти? А, во. Минуточку, торпеды, походу, тоже у тебя. Ой. Ай, я выпал. У нас отнимают. Я сквозь пол провалился. Понятно.
Все плохо. Я сейчас, если вот тут вылезу, я утону? Нет? Да. Все, теперь ты стационарный этот. Огневая точка. Возьмите остров, я вас прошу. Прям сейчас. Помогите, пожалуйста, на я тут один обороняю. Народ, я застрял, я теперь не могу. Могу я? Не могу этим уже. Давай, попробуй на мою заскочить. Я не могу этим управлять, все, меня не пускают в управление. Я тебе говорю. Давайте. На мою заскочи, вон, видишь. Ой, я сломал. Там заспавнился. А нет. Захватывай остров, быстрее. Захватывай. Сейчас я иду, я пытаюсь вылезти, меня засасывает. А зачем вы нападаете? Интересный вопрос. У нас скорость пиздничья. А может, на хеви-круизере пойти, а? Не надо. Да, давай, тяжелый крейсер, говори по-русски. Ну. Почему это так называют? Сейчас на польском буду говорить. Так, что тут можно? А остров, знаешь? О, так можно же дестройер взять, крузер. Что возьмем, крузер? Эсминец. Ну, самый дорогой. Извините? Давай, я на самый дорогой пойду. Давай, поехали. А, корабли чинятся. Садись ко мне, кот. Слушайте, народ. У меня написано... На зенитке сиди, я тебя прошу. Ой, блин, это же мне руководить, черт, ладно. Это очень важно, давай. Я тебя прошу, очень важно, очень важно. Ко мне, надо ко мне. Мы на А, на Б, куда? Ну, давай А отплатим. Давай попробуем. Сейчас вот каких-то полтора инвалида там сидят, сейчас попробуем. Сейчас посмотрим. У нас перестрелка подводных лодок. А, тут еще одна подводная лодка. Здорово. Вам свидания, нет подводной лодки. Нет, там наши кораблички. Так, торпеды нужны, я думаю. Или ракеты, давай, выбирай. Я так долго добирался до сюда. Ну, так у нас нет ракет, у нас торпеды. Ну, а, нет, есть торпеды. А, ракеты. Да, ракеты. Вот такое вот бывает. Так, где зенитка? Я что-то думал, что хэви крузер, он типа хэви. А в смысле, я тебе торпеды зарядила, она сквозь пришла. Корабль я сбил твою подлодку. Не, подожди, она сквозь. Читер, блин. Это японские технологии. Читер называется. Поворачивайся боком. Я буду стрелять тоже. Поворачивайся. Ну так у нас площадь. Попадание гораздо больше. Абсолютно. Чего вы так много сносите? Потому что я с основного калибра луплю по вам. А я помогаю. Короче, я, пожалуй, переключусь снова на авиацию. Минус. А? Сейчас я тут их до пор, кажется. А как за авиацию рулить? Никак. Авиация рулит. Мышкой кликаешь. Вот, если ты сейчас линкор потопишь, я не знаю. Я и говорю. Давай спать. Чем? Есть да что-нибудь? Я говорю, кликаешь и управляешь. Ладно, полтора корабля потопили. Ладно. Полтора корабля. Да, он сейчас отхилится. Дай управление мне. На. Иди за пушку. Слушай, Сузема, давай ты будешь, наверное, за рулем. Я не знаю. О, я с основного стреляю по вам. Да понимаешь, нам сейчас надо... починиться. Куда? Во-первых. Че берем? Это очень важно. Кто на авианосце туда попёр? Давай на корабле. Сидите у острова. Ну так тогда ты купи, чтобы ты за рулем был, иначе да. Адмирал, меня видно? Пушки. Да. О, а кто это там такой умный? На авианосце штурмует. Давай, останови. Сузиме или кто там, я не знаю. Возвращайся назад, это приказ. Я основной. Почему? Я на основной сейчас. Потому что ты сейчас там сдохнешь на авианосце в одиночку. Кто там камикадзе? Блин. Куда авианосце к нам? И... Ладно, я садитесь на ПВО, я вас прошу, садитесь на ПВО, кто-нибудь. Как сесть? Нет, как сесть? Ну, садись, так у нас есть ПВО на корабле. У меня вообще денег нет. Зенитку садись. Все. Сейчас мы починимся. Возвращайся к острову. Нет, блин, мы сейчас надо проведем надо атаку массированную. Мне нужно подойти к авианосцу, я чуть-чуть не дотянулся торпедой. Оп, да он нас подплывает, ладно, давай. Ты авианосец, я сказал назад, возвращайся, что творишь? Да пусть, все равно они сдохнут быстрее нас. Сейчас, погоди, у меня просто... Мы должны вместе атаковать. Сейчас. Я тут это как дельфинчик, чтобы посмотреть, куда торпеда идет, выныриваю. В атаку. Так. В атаку идет. В макаку? Ладно. Да. Давай. Ща. Оно уходит. Давай. Джонни, давай. Ты на деревьях.
Да, да, да. Да, да, да. Джонни, они на эсминце. Где тут самолет, который я попытался... Нам, кажется, странно сейчас дадут опять. Что? Стой! Ну не уходи, ну подожди меня, ну что ты как это-то, ну... Нет, ну я-то специально жду, но нам сейчас дадут очень сильно. Я не про то, я про авианосец. А. Как сесть за пушку? Ладно. Да я инвалид. Ну слушай. Или пушка плохая? Давай, тактический разворот. Я инвалид, это пушка плохая. Нет. Нет, мне нужно было, наверное, тоже из пушки стрелять. Поднимите код, самолет. Блин, да, надо было. Я что-то думал, что торпеды имеют большую бойность. Ай! Не влетит. Ну давай попробуем. Обычную зенитку сажайся прямо сейчас. Давай на подлодку. Сколько? Минус 800? Нет, стоп, не на подлодке, сейчас нужно за обычные пушки набать. Я сел. Сажусь. Ну давай. Где? Я умру. Да. Ну, я для тебя не осталось. Я понял. Сносим. О, тут есть такая штука. А, нет, она, наверное, будет неэффективна. Там вон вторая пушка есть, сейчас попробую. А шифта нету? Альфа, на пушку! А, там нормально? А, он взорвали уже. Я так понимаю. Или не знаю, почему меня выкинуло. Найн. Так, стоп. Так, хорош, блин. Меня это бесит, что не работает. Так, выбиваем экипаж! Кот бежит! Утеки, кот бежит! Кота, бью кота! Бью кота! Убил кота! Нет, ну чё, не надо. Потопил. Б6, потопил. Ну мы почти умерли, так что да. Я постреляла, пока не... Бью авианосец. Все на авианосец. Авианосец, ты что творишь? Давай, бей авианосец. Это стало новым обзывательством? На авианосец, на авианосец. За самолет, кто-нибудь, за самолет. Просто... Уровень глупости авианосец. Я не знаю, как это по-другому писать, извините. Ну подлодка, ты чего над водой? Давай за пулемет. Открой! Подлодка! Подводу пусти! Я понимаю! Надо самолет! Я ломаю! Есть под водой целиться не могу! Да дайте еще одну торпеду, ну блин! Летай, летай! Я ломаю, кот! Нет! Бомбу! А, все, у нас КПшка закончилась, здрасте! Нет. Все, выиграли, уху. Я хочу прямо уху выиграли. Ну ладно. Меня убил. Японцы победили. Джапанцы ну ладно, все равно 4-4 это было, по крайней мере, честно. Это... Я не буду оскорблять мою команду, я играл как рак, а остальные были нормальные. А у нас максимальная хпшка. Ну потому что к вам никто и так и не подошел. Так-то, короче, сейчас вот такая... Можно я сейчас всеми сейчас немного покомандую? Короче, садитесь сейчас все на линкор. Ну ладно, давай. И один на авианосец. Будет тот, кто на авианосец, будет рядом с нами. На линкор давай. За зенитки садитесь. За зенитки, за зенитки. Я сажусь за зенитку. На линкор, за зенитку. Я управляю линкором. Поздравь себя. Не на торпеду, на зенитку. Так, все, вот две зенитки, всё. Это очень-очень круто. Сзади зенитка. Что, на А или на Б сразу? Вот, все. А меня зовут. Кот, садись. А я вот поехали. На этой. А я вот на этой. В авианосец кто-то сел ведь, да? Нет, слушай, давай сразу на Б. Кто у нас четвертый? Четвертый? А у нас... Пика, садись на авианосец. Я не могу к вам зайти, прикол. Не хочу, я тут буду. Пошли. Крутой. Кто не может? Почему? Год. Год, потому что нету в друзьях, наверное. О, того, добрый сказал. Вечер. Здравствуйте. А у меня нету висфора в друзьях. Опа, Desert Fox, здорово. Посылки. Это я чем управляю? Это у тебя ракета сверху. А, понял. А зачем я они? На ракете. Ракета, чу. Ну, стреляешь. Ой. И управляешь. Ага. Ты рулить теперь можешь, ты теперь от первого лица и рулишь. Понял. Ну я полетел тогда до сюда. Да, давай, но ты сейчас не долетишь. Наведи на меня ракету. А жаль. А вот, и тут в рубке есть еще табуреточка, с которой можно торпеду фигачить. Я за это шарю, подожди. Я знаю, как здесь играть. Я здесь был. Я здесь. Я уже играл. Но что-то вот как-то японцы очень сильно сейчас выиграли. Забей этот мир. Ну конечно, когда у нас тут команда новичков, а у вас там, не знаю, как минимум адмирал. Ну теперь у вас есть я. Теперь у нас есть самый адекватный и разумный массадовец.
Да. Так. Кто там чавкает? Кто там? Что происходит? Пока нет необходимости. Это я вернусь. Необходимости на пушке. Ты можешь сейчас авианосец быстренько пригнать? Он нам сейчас будет нужен. Я почему-то врагов не вижу. Нам пока что просто до базы добраться, забрать бэшку. Что? Тут есть огнетушитель, я забыл. Нет, не надо бэшку забирать, ребята. Нет. Жалко. Стоп. Шутки про огнетушитель продолжаются? Могу проверить, начать. Вы сейчас дуло до инфаркта доведете. Почему? Так оно у нас играет или забрать? Куда мне вести? Он за противник играет. Блин, прекрасно, заводим. Между прочим, 5 на 4 в этот раз. Ребят, вы идите, а я точку захочу. Так что давай. Сигма, ты на чем? Где? И вообще? Я? Да. Я использую... Фиг там. Тайные тактики какие-то, ладно, хорошо. Да, тайные тактики, да, наученные, которые получены, играя в War Thunder 1000 часов. О, я понял. А примерно какой район ракеты, чтобы я знал? Так, ну вот сейчас она долетит до острова. Не-не-не, Дул, не иди. Не иди. Куда авианосец стоит? Давай на С. Спрыгните в воду и потом на меня. Я пока продвинусь к острову Б. Уземы, на С рули, там наш захватывает уже, все норм. Обойдешься, Б мое. И на С как раз противник. Так, стоп, его захватили. Давайте, аккуратней. Кто-то заспавните крейсер. Пацаны, сейчас я полечу сей демократию, подождите. Жалко Б-6 нету, бомбардировщик, или как там, Б-50. Б-17. Не, Б-50. Б-25 может? Не, ну я говорю, жалко, что сейчас нету Б-50. А, ну, да. С малышом на борту. Так, или с толстяком. Б-29, да. Я не помню их. Если первые атомные бомбардировщики, то, ну, как бы, да, Б-29. Ну, я говорю, я не разбираюсь в технике. Ну, то есть, так, знаю примерно. Относительно. А у них что, авиации нет? Серьезно? Нет. Мне полететь? Я пожалуй, полетел. Давай. Я уже просто поплыл. Нет, я не доплыл, мне не хватило. На наш остров летит самолет. Слушайте, давайте парни, за пушку кто-нибудь сядет. Зачем? Действительно. Не понял. Я врезался в него или нет? О, парни, ловите. Попал. Стой! Ой. На! Неплохо. Ракета очень просто сбивать. Чего? Не попадешь, забей. Ну, торпеда дошла, торпеда норм была. Авианосцу, я так понял, не понравилось, да, бомба? Помогите, что? Ты видишь эту ракету, которая на ваш корабль носится, да? Фрум, может, все-таки за пушку сядешь? Блин, да, хорошо. Где? Никого на пушках нет вообще. Впереди, Фрум, впереди. Бегу. Опять я говорю, сядьте на линкор, вообще никого. Другая спереди. Блин, это ты стреляешь, понял? Понял. А парня, нормально то, что я у вас на С кружу, да? Вы никто не против? Упс. Разворот. Ой, неудачный разворот. Ладно, я пожалуй на пушку. Кто заспавнил эсминщика? Я очень там недоволен. Дай чем пушек сядь. Не попадешь. Попал! Как запрыгнуть? Да мы в носы, мы если по ним не одного. Внимание, вам! Есть! Откуда у них ОРЖ? Давай, давай, открыл? Главным калибром. Сейчас последнее попадание, есть. Есть, хорош. Откуда у них ОРВ? Быстрей. Блин, у нас так... Сейчас надо потопить их линкор. Так-то хп не так много, жаль. Садитесь на самолет и летите все на линкор. Я пока починюсь. Слушай, за зенитки. Какой максимум? Как починиться? А я не скажу. Аль, это ты, да, на линкоре? Ну, тут много кто на линкоре. Ром, Томас на корабле, за зенитки садитесь. Иду. Это, ребята, не надо зенитки, пожалуйста. Ну, поскольку у нас один канал, у нас интересно получается. Мысли Альфу. Я вообще на линкоре сижу, о чем? Вы что, офигели? Вы ходите со мной в лобовуху идти? Серьезно? Там полетел самолет. Сейчас. Не вижу. Вижу. Вы, ребятки, конечно, гении, да. Много самолетов полетело. Меня сбили, ребят. Блин, нет. Ща. Попробую. Альфа, садись за турель. Ща. Тут уже за турель сели, я сейчас другую попробую.
Да на острове есть же. Ах ты! Ну, да блин, есть попал! Есть попадание. Сверху еще один есть. Я ракеты попал. ЗРК готова к бою. Вы? Да, да, да. Сняли, норм. У нас шилка. Такой выпрыгнул, я вас убью. Так, мы починились, да, поехали обратно туда. Не только шилка, у нас тунгуска скорее. Да нет, тунгуска у нас ракетами. Так это у нас тоже ракеты есть, я ж на ракетах сижу. Ну вот, ну как бы тут тунгуска, да. Садись на большую пушку, я тебя прошу сейчас очень. Знаешь, это очень сильно похоже на последние события, только на воде. У нас примерно то же самое рядом. Это похоже на пирамиды. У меня очень похоже неподалеку происходит. Слушайте, по-моему, мы не справимся. Летит самолет, тут тунгуска, бах, и все, и нет самолета. Да блин, а как бы долетать и попадать? Не. Это догонялки? Да ты по твоим! Здесь на главном калибре сидят. Я просто не различаю отсюда, ладно, пофиг. Из Стима США может еще кто-нибудь зайти за корабль? Улетающий самолет, это нормально, да? Это определенно противник, ну ё-моё. Нет, самолет-то я могу различить, потому что они синие и белые, а вот корабль я не могу различить, потому что они чисто по флагу. Же флажок наверху. Его не видно с этого расстояния. Я вынул самолет. Нет, Сигма, по тебе никто не стрелял. Что меня сбило, подожди. Скорее всего, с линкора тебя сбили. Потому что я тебе говорю, я смотрел за тобой, по тебе никто не стрелял. Ну, по мне ракета сзади меня летела, я видел. Ну, ракеты я не пускал. Я говорю, значит тебя. Уже именно непосредственно. Хорошо разваливаем. Давайте. Пошла, давай. Хорош. Потопили. Есть. Выпишись на авианосец. Так, нам ответь по мне, серьезно? Не, вы хорош. Кто-то на носовой пушке кто-то сидит? Я сижу. Хорошо. Мне не нравится то, как ты двигаешься прямо на наш корабль. Не попадешь? Чуть-чуть, да. Есть. Хорошо. Давай, чудимся, поехали. Вот наскоками так уничтожаем их. Не, с ДРК я пока неплохо, на ракету. Хорошо пойду. Рабочая команда на одном хорошо рабочем корабле. В этот раз идет неплохо. ДРК я в прошлый раз я тупил на самолетах, вот и все. На прошлый раз мы все тупили. За зенитки, да, правильно. Сейчас. А, вижу вражину интернета. Кот, пошли их. Где? Бим. Вижу. Сбивай. Базу. Давай. Это хорошая идея. Пошли базу бомбить. Плохая идея, не надо. Давай на самолете. И потом. Давай. Слушай, можешь вот, а теперь остановись. Ну попал же! Да. А, ладно. Упал. Мне показалось, что не зашло. Ох ты, еще себе там людей было в одном самолете. Десантура. Оттуда адмирал вывалился. Салатиком посыпалось. Два самолета еще. Иду. Альфа. Огонь на подавление. Кидайте макарошки, давите. Где вообще пика? Я супчик ем. Приятного аппетита. Бейте правый. Понял. А, ракеты! Правый или левый? Правый ушел. Левый теперь. Правый уничтожен. Надо было левый хитрить. Ну вы говорите правый, я по правому и пошел. Я тоже. Так вы меня над нами. Все, забейте. Бомбы сброшены. А, он промазал бомбу. Нет, он промазал. Забейте. Пока мы лететь будем. Кто? Я не понимаю, как вторая бомба. Не попадает. О, есть. Еще летит. Вижу. Нам нужно... Офиг, у нас долго еще... Мы долго еще стоять будем? Может, мы уже поедем? Они нам баннер бомбят. Ну, остров. Ху, все нормально, они... Всем втроем и летит еще по воде. Над водой летит, да. Кот, ты серьезно? Кот, ниже радара не пройдешь, кот. Это так не работает, кот. Да. Ты кто пытался, поверь. Сейчас мы из ЗРК тебе... Опа. Не надо. Надо. Ребята. Надо. Хотя с ним в базы получилось. Еще один летит. Наступление. Где? Я вас убью. Говорю вот. Еще так, один. Просто за зенитками, будьте за зенитками, у них много авиации. Да. Они сейчас все очки так потеряют.
Альфа, жми на подавление, пофиг, патроны бесконечные. Давайте чуть-чуть подойдем из главного калибра, долбанем по авианосцу. Ну вот я сейчас это и делаю. Да блин, мне пишет авто этот, автомов, и когда я отжимаю, оно не автомов. Жаль, что не автомов. Вам помогать с этим, с авиацией, или фигачить по авианосцу? Бей по авианосцу. Бей по авианосцу, мы с авиацией сами. Да, по авианосцу, бей по авианосцу. Давайте закончим серию, выиграли уже вы. Ну, в смысле? Блин, я от авианосца я не долетаю. Да, ну, в том-то и прикол, что вы... За переднюю пушку, фрум тогда. Бегу. Тогда я это... Огонь! Огонь, у нас тут я огонь, если сейчас, что, так, сейчас да? буду заливать по авианосцу. Где огнетушитель? А, отлично. Они по нам зенитные ракеты? Так там ниже радары. Они что, хилите? Вижу. Я думал, ты ушел. Самолет. Самолет, народ! Он протаранил нас, это адмирал. Ну, как говорится, за императора, да? Да, адмирал за императора, он такой любит. По-моему, кто-то справа шибанул. А я вот нет. Сейчас. Я просто из принципа пойму. Я, понимаешь, я за американцев просто из принципа играю. Есть идея. Лей в сторону противника просто, может попадешь. В данном случае, да, просто огонь на подавление. Ну, помните, как бы, огонь обычно ведется не в противника, а в его сторону. А в сторону противника, да. Это сейчас больше про Вьетнам, да, такие? Это больше про 715 Тим. Да. Самолет. Не, ну тут, тоже... Блин! Нам сзади чем-то бьют, били. Кто наш остров все захватывает? Не надо. Я вас выбил оттуда. Мы его просто разнесли. Пятеро. Жми по авианосцу. Сейчас пули про ракеты, а ракеты имба. Не давай просто никому взлететь. Вон там этот, пехота на авианосце, сбивай зенитчика. Ща-ща. О, полетел. Полетел, да. Красавчик, упал, красавчик. Захватывайте, передавайте. Я практически поздоровался с маршалом. Маршал, жуку. О, десант пошел. Я бегу по выжженной земле. Останьтесь кто-то, а то могут подлететь. Да. Да пофиг. Миночку, когда мы это захватим, мы начнем чиниться, так я понимаю? Да. Хорошо. Все, мы бежим по выжженной земле, гермошлема нет на голове. Минуточку, таймер 90 минут сверху, это в смысле, что за таймер? Все хорошо, да, тогда что? Только катка играет. Это эти челики на приколе, 90 минут просто режутся. Просто челики на приколе. А если я сейчас возьму... Захватите остров, пожалуйста. А если я сейчас возьму... Парни, а если я сейчас возьму самолет, улечу в стратосферу и оттуда разбомблю их базу? Удачи. Unreal? Это будет долго. У тебя это будет закончиться. Слушай, возьми самолет и полети на А. Не надо. Чмот. У меня такое ощущение, будут только два человека. А зачем нам А? Ну, мы типа захватим три базы. У них же авиации уже нет, да, все. Да, у них авиации. На главных калибрах. К нам идут двое, если что. Да, нам идут. Высуньте нос немножко. Так, все на корабле? Все, кто был? Нет. Вопрос, на переднем калибре все сидят? Да, на переднем все сидят. Хорошо. Так, мне пристреляться надо. Все оружие, кроме зенитки. А чё, а здесь ЗРК как в этой, как в тундре работает, 10 километров вверх? Не знаю, так. Да. Все. Пули, знаешь, чисто в космос уходят. Да. Ты бы развернулся, конечно, чтобы я еще мог стрелять тоже. Разворачивай. Да. Вот так. Тебе надо по высоте навести. Хотя ракеты до них долетают. Есть. Чтоб нам попасть, чтобы долго не было. О, хорошо, расстреливай. Или что по основным калибрам херачить. Все, разворачивай в сторону второго разворачивай. Давай. Как? Вы что, молодец. Да. Я вам демократию везу. Идем на базу, все, идем на базу. Да тут иди, как на базу, у нас 4600 хп. А, я не посмотрел. Из 10, нас нет, нас там убьют. А что это спереди? А, они новый линкор просто? Да. Нет, это просто круизер. Это хорошо то, что я... Это просто лайнер, да? Этот гражданский... Адмирал, лови демократию. Вы чё? А, достреливает? Это как говорится, если вы не идете демократии, демократия идет к вам. Это уже прям... Пацаны, ловите демократию. Так не говорите. Говорится. В Ираке очень хорошо говорилось. Согласен. И куда вообще вы плывете, идите?
Куда пацаны, я у них закреплю. Давай, захватывай. Тау. Ай, меня убил дуб. А не тушитель в следующий раз принесу. Самолет вражеский, самолет за зенитку кто-нибудь. Нету там никакого самолета. Кто я понял, есть самолет, есть самолет, да. Зенитка есть? По зениткам. Хотите, я вам скажу, вот это происходит всегда в Naval Warfare, всегда. А вы за что? Вот это типичная катка, вот именно сейчас. А, то есть первая была... Первая была это... 1 на 100 шанс, знаете? Потому что всегда выигрывают... Просто 99%, что выиграют американцы. Почему? Ну, да, все играют за американцев. Так исторически сложилось. Нет, да, так исторически сложилось. Но так-то по-хорошему... О, сняли. За пушки. Бомбардировщик сбит, парни, на вас бомба идет. Осторожно. Но самолет я сбил. А, вражеский диверсант повержен. Да, вражеский диверсант повержен, он это был сбит. Диверсант упал в воду. Есть. Из основного калибра прилетает. Я, в общем-то, я на вас не... Давай. Почему я вообще попасть по вам не могу? Давай. Пацанчики потопили. Один пришел, цель вон сейчас второго. Не, ракета имба. Ракета имба? У них два самолета на резке. Они оба вылетают. Ничего, сейчас потопим. За зенитки садитесь. Ну что, на базу? Да, давай всё, на базу. Потопили. Вы меня не успели сбить, я вас поздравляю, я уже бросился. За зенитки. Давай. Альфа. Остановись! А я почему мы... Всё, давай. Пока. Ты чё, всё? Я выполнил свою миссию. Я сбросил бомбы. Молодец. Блин. У нас обе... Да, обе зенитки работают, хорошо. Сейчас сяду ещё я. Самолёта просто два. Да нету там никаких самолётов. Так, как ЗРК использовать, парни? Стреляешь, F и все. Никак. Бомбы летят. Хорошо. Маневрируйте. Ух ты. Я попал? Абсолютно. Минус один, минус два. Почему не все в мою сторону летели? Ну ладно. Слышишь, у нас так там, нас так, нас так разобьют там, потому что... Не-не-не, подходим, подходим уже, погоди. Да не надо, ребят. Пофигу, авиации добьем. У нас весь главный калибр занят. Да, ну я луплю из всего, что есть. Не надо, чуваки, не надо, пожалуйста. О, самолет вылетел, парень, самолет летит напрямую. Короче, садитесь здесь кто-нибудь за главный. Я стреляю чисто из главного. Есть идея. На полном зенитку выбили. Даже ЗРК выбиты. Не-не-не. Я еще. Тут не настолько реалистично все. Пожалуйста. Просто на выходе сбил сразу же. Да, неплохо пошло. Все нормально, у нас это. Еще один. Это военный объект. Нет, это уже спаункемп идет, все. Победили. Пофиг, победа. Ладно, 1-1. А, и мы тоже потонули, ну и ладно. Да какая разница, мы этот один корабль на сколько кораблей Японии обменяли? Ребят, поэтому по этой игре можно снимать фильм просто про противостояние этого корабля. Ладно, хорошо, ребят. С вами был Чайник и Альфа, и остальные. Всем пока, я остался недоволен. Всем спасибо, всем удачи, добра, бобра. Я доволен. Всем ладушек. И всем пока. Я принес японцам демократию.